Привет, друг, с вами Диматярик Скул. Вы собрали аж 10 тысяч лайков, и сегодня трое наших атлетов попробуют выполнить 100 элементов, не слезая с турника. Погнали! Ладно, Данила вам хочет продемонстрировать свои попытки 720. Давайте мы посмотрим и после перейдем к жеребьевке. Раз, два, три. Даня, весь во внимание. Поехали. Молодец, Данила. Все прекрасно. Теперь у нас Даня Гашан. Секундочку, осветлю. У нас тут тенек. Родион, скидываются на суефа и определяют, кто первый, второй, третий. А мы что, втроем? Конечно. Все, я могу заниматься. Ты последний. Ясно. Повезло, наверное. Я первый. Ты первый, Гашан? Даня второй. Ну что, Гашан, поехали, звезда прошлого видоса. Небольшой перерыв о том, чтобы рассказать вам, что ребята из UpX до сих пор поддерживают проект «Площадка мечты», давая шанс выиграть реальные деньги. Переходим по нашей ссылке в закрепленном комментарии, пополняем счет и выбираем подходящий игровой режим. Мне, к примеру, нравится игра Crash. В ней делаем ставку и начинаем приумножать доход. Я предпочитаю забирать досрочно, но вы можете выставить себе лимит. Ну что, сколько мы по итогу подняли? И как всегда, за несколько минут вышли в плюс на целую 1000 рублей. Отлично. Теперь необходимо вывести к себе на кошелек. Это делается буквально в несколько кликов. Также на UpX появилось колесо с бонусами. Крутим рулетку раз в 15 минут и получаем до 1 слитка совершенно бесплатно. Ну и подкрепим это все положительными отзывами. Так что если вы взрослый атлет, который понимает все финансовые риски, то залетаем по ссылке в закрепленном комментарии и приумножаем доход. Короче, мы начнем все-таки с чемпиона, потому что с Гашаном решили тут начать. Он решил маленько пожестить с семеркой своей. Но, как бы вам так сказать, не особо-то оно и пошло. Семерка пошла. А дальнейшая связка почему-то сразу рвалась. И мы поэтому решили дать Гашану отдохнуть. Вон Серега будет подавать. Даня, готов? Да. Раз, два, три, погнал. Все, с перышка начал первый элемент. Икс вылет. Колянный мегаволь. Данила, давай, не подведи. Убираем, убираем, узко. Данич, не забывай, что у тебя есть отдых сегодня аж в 20 секунд. Пользуйся им как не в себя. Молодец, Данич. Интересно, честно говоря, сколько сегодня атлеты продержатся. Потому что Данила, не знаю, насколько у него длинный список окажется и сможет ли он его вообще выполнить. Мы целимся сегодня к 100 элементам. Это будет, конечно, невероятно, если мы это все-таки сделаем. Это очень странное солнышко, но окей, дальше. Ты точно, Дань, помнишь? Если нет... Давай, 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 выжимай. Какой-то выход зяблика, честно говоря. Посиди маленько, Дань. Следующий. Все, офицерский выход у нас пошел в бой. Давай, Данька, все четко, следи за руками, внимательно прям. Напоминаю, что Даня победитель у нас предыдущего видоса, где была самая длинная связка, бесконечная связка мы ее тогда назвали. Сколько сегодня атлеты выполнят? Вопрос хороший прям. Я аж испугался, думал, неужели Даня сорвется. Данич, давай, держись как не в себя. Так, отлично, отлично. Перемах, Дань. Отдохни сверху, Дань. Помни, что у тебя по 20 секунд сегодня есть отдыха. Цель дойти ближе, как можно ближе до соточки. Так, Данила не сдается. Даня идет дальше у нас. Хорош. Перемах. Замок, Дань, давай. Давай, про отдых потом не забывай. Забей на мозоль пока. Ну, выход на одну далеко не самый чистый, Данила, но тем не менее, давай, передохни. Так, ну, уголок у Дани около передней вис. Уголок на одной руке. Так, далее. Манки, Даня, Даня, манки. Дань, очень хорошо постарайся, это прям крайне важно, за каждый элемент борись. Держись, Дань, держись. Молодец, Данька, молодец. Принц на одну руку, Дань. Опустись только пониже, Дань. Давай, Дань, Дань, выжимай, главное выжми. Выжимай все равно, удержаться надо хоть как-нибудь. Давай, 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 тащи. Давай, 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 давай. Хорош. Дань, я тебе так скажу, это испанский, и можно будет принц еще сделать. А? Данила, давай, Данич, старайся прям по полной. Подъем с переворотом накрест. Отдохни, Данич, отдохни, нормально. 20 секунд у тебя есть, тебе очень важно затащить как можно дальше. У нас беда в том, что это всего лишь один подход.
Так, Данич, допустим, нормально. Импульса? Импульса, Дань, сможем. Сядь, Дань, сможем. Держись, Данька, давай, нормально. Есть! Отлично, дальше. Такс, отлично, залазь, пока отдыхай. Просто теперь подъем с переворотом. Элементы у нас, конечно, разные. Данька, ну-ка давай еще раз, ну-ка, прям нормально, чисто подтягни. Давай, ты что? Вот теперь подтянулся, вышел и теперь пошел отдых, отдыхай. Элементы у нас, конечно, есть простейшие, потому что, ну, 100 элементов не слезай, вы сами себе подумайте. Вот кто это вообще мог сделать? И вот мы стремимся к соточке. Если это будет, если все-таки это произойдет, то это, ну, явно будет рекорд. Данила, давай. Держись, Данила. Отлично, Невелада есть, далее. Все, давай, пошел уже сразу. Ой, опасно, Данила, блин, думал не вылетишь. Не, наоборот, вылетишь. Данич, держись. Полуны, Даня, погнал. Давай, выходим. Давай, раз, два, три, полуны, потом чешский на 180. Поехали. Пам. Давай. Есть. Хорошо, дальше. Так. Заднюю шлепку не сделаем. Не сделаем, Дань, ты что, ну-ка, посиди. Давай, пошел. Есть, нормально, пойдет. Давай, погнали. Ой, Даня, жесткий. Плечо. Вообще, да, очково было. Плечо вот так. Все, ладно, Дань, назад теперь. Родео твое. Раз, два, три, полетел. Есть. Ой, Данька, аккуратней. Шмык. Серьезно. Мы идем конкретно к победе. Ну, допустим. Просто давайте поверим Дане, что он реально устал. И дадим Даниле этот элемент все-таки. Засчитаем его. Крокодил. Далее. С ума сойти. У меня уже после 10 минут тоже уже плечи отсыхают. Но я смотрю на Даню и верю, что он все-таки сделает прям много-много. Да, выход на 4, Данич. Оп. Поехали. Оп. Есть, нормально. Пойдет. Идем дальше. Я, скорее всего, здесь буду тоже резать, не полные связки врубать. Ну, Даня, молодец, ласточкой дружит. Вот, потому что смысла нет это все вставать. Например, у меня уже 11 минута идет, у вас это явно быстрее пройдет. Закрытый виз. Даня, держись. Капец, вот Даня прям в этом плане боец. Он мозоли подсорвал уже, и он все равно держится. При том, что он должен был быть вторым, он уже морально настроился, а пришлось быть первым. Держись, Дань, держись. Есть, далее, следующее. Капитанский выход. Данич, давай, тащи. Честно говоря, мы очень прям голову поломали, чтобы придумать 100 элементов. И вот докуда вообще Даня дойдет, и что он там придумал, тоже вопрос хороший. Данила здесь составлял себе список. Мы там вместе мозговой штурм устраивали. Что он там напридумывал, по итогу мы еще узнаем. Давай, Данич, смертник, идем дальше. А ты гробик на 180 упор умеешь? Я его потерял. Потерял? Ну как, я не пробовал на улице? Его. Данила, давай! Фу, блин, Данич, слетел! Вот это вот вообще обида, честно говоря. Просто Даня со смертника красавчик. Вылетел. Даня серого мощный. Да, Даня по своему списку добрался лишь до 52 элемента, но он не сделал попутно еще 6. Соответственно, у него 46 элементов. На один меньше, чем тогда. 46 элементов. На один меньше, чем тогда? Ничего. Даня, блин, на самом деле очень обидно слетел. Хочешь, Даня, вторую попытку тебе дадим? А, нет. Ладно, ну чё, Гошан, ну поехали те. А там я Родик второй хочет. Да. А, Родик второй хочет, не вопрос, все, полетели. На самом деле обидно, что Даня вот так реально сорвался. Я прям топил всей душой за него. Тем не менее, идем дальше. Сейчас будет у нас Родион вытаскивать. Ну, Гошан что-то пробует тоже. Прынь. Неплохо, Гошан, молодец. Вот, и мы сейчас приступим к списку Родиона. Скажу так, у него там есть эти 100 элементов, и на него огромные надежды. Погнали. 3, 2, 1, секс вылета, поехали. И после, там, после перелета он будет дикавачу. Все, дальше. Так, 360. Топовая связка, скажу, идет. Пам. Ничего, давай. Это прям хорошо. Передний виз, смотрите-ка.
Вот, блин, ну Родион, конечно, сейчас будет разрывать по полной. Серго у нас там тоже наготове сидит. Полуегер. Так, с полуегер, с русских. Необходимо сейчас осуществить Родиону. Блин, чуваки, если вы вдруг не подписаны, обязательно это сделайте. Необходимо также поставить лайк, потому что мы собираем не менее 10 тысяч лайков, чтобы продолжать подобные рубрики, где мы будем что-то делать на максимальное количество. Нормас. Не, ну это, конечно, это прям уровень-уровень. Родик хорош. Также тащим. Перемах. Давай, давай. Ты, если вдруг что-то понимаешь, что заменишь, то говори. Так, отлично. Какие жесткие элементы у Родиона. Главное, чтобы он также дошел до максимума и осуществил 100 элементов. Также все ссылки на атлетов в описании, они там у себя в инстаграме. Просто вообще тащат не в себя. Сейчас у нас высокий угол. Хорош. Стульчик полетел. Вот так он, такой у нас контраст. От сложного дико элемента простейший. Ух! Нормас, нормас, Родион. Лютые, лютые просто атлеты у нас, честно говоря. Шикарно, малор. Импульса в упор. Отдохни нормально, не торопись. Отлично. Если вдруг вы видите это, и вы, возможно, блогер, либо хотите снимать, да пожалуйста, снимайте, отмечайте нас и покажите, как вы выполните 100 элементов, абсолютно разных, под себя. Отлично, просто отлично. Держись, 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 Родион, так нельзя. Нормально, хорош, хорош, отдохни хорошо. Данька, запоминай, сколько не сделал, пока что один не сделал, надо будет потом, чтобы добить соточку. Бочка вперед и бочка назад. Вы не представляете, как мышцы здесь просто сходят с ума. Держимся, держимся, отлично. Капец вообще. Даблкик Тарзан. Где-то там, блин, во втором или третьем десятке затащил. Я в шоке. Отмах на чешский пошел. Давай, поехали. Ну это прям хорошо. Так это еще и в сет, я тебе скажу. Тогда можно и обычные потом. Давай, седа на 180 можно. Потом свиса на 180. Так. Есть, отлично, отлично. Давай. Вы просто представьте, что Родион творит. Вот реально, вот после стольки элементов. Ну это вообще, это топ из... Топ оф де топ, но вот слов нет просто. Офигительно, просто шикарно. Так, давай аккуратно, аккуратно. Да, лучше так, лучше так. Так, у меня начала уже спина опять отказывать. Я тем не менее держусь, стараюсь как можно меньше трясти. И чтобы все же это было в движении, интересный кадр. Блин, атлеты, поставьте лайк, пожалуйста. Давайте 10 тысяч лайков соберем и будем вообще счастливы. И сделаем что-то подобное, но маленько по-другому. Давай, поехали. Хорош. Держись, держись, держись. Мозоль улетела. Капец, Родион. Держись. Да, что сделал? Залет на подколение. С минус мозолью. Вы посмотрите, кто пришел. Паштет с индейкой. Давай, выход на 3. Отлично. Выход на 4. Топорик на 180 пока что, давай. Сейчас Родиону срочно еще дадим накладку, потому что у него иначе это будет все реально накладно, прям жестко, с мозолью. Шикарно, шикарно. Закрытый виз. Стульчик с перехватом на 180. Пока что возьмет небольшой перерыв Родион, чтобы надеть накладку. Что мозоль сказала прощай и ушла. Атлеты, у которых безграничная просто сила, иначе у меня слов просто нет. Давай держимся. Вторая мозоль. Вторая мозоль?
А нет, показалось. Показалось? Не, ладно. Пойдем. Хотя бы держится. А накладка есть еще? Да. Ну, ласточку на одной, не знаю, что, как у тебя? Спокойно вообще? Вообще спокойно. Ну, да, шикарно. Малор, малор. Все, отдохнул. Я не знаю, у него что там за восстановительный процесс в организме. Просто по щелчку пальцев все восстанавливает. Офигеть, вот... Блин, вот атлеты, я серьезно говорю, попробуйте. Вот все те же самые элементы. Вот попробуйте осилить, что Родион в связке. Вас, ну, блин, я не знаю, насколько вас хватит. Потому что вот пробовали все остальные, и они в шоке. Гошан сейчас залезет, он чисто на мотивации будет долбить. И по-другому здесь никак. А Родион говорит, что у него здесь чисто отдыхалка. Умирает, и как бы и все на этом, в принципе-то. Блин, ну 100 элементов, вы представьте себе, там руки вообще не отдыхают. Кожа стягивается максимально. Так, принц на одну пошел. Есть, отлично, отлично. Так. Родион у нас тащит дальше. Эскуадра. Нижний уголок. На одной еще можно будет заменить сразу те элементы. А, ну вот он как раз и есть у тебя. Далее. Из эскуадры в Невеладу. Это, по-моему, как-то называется. Крис или не? Не, это силой, которая. А, эстатику? Что-то типа того. Что-то подобное. Я маленько там вот так, такую фигню делаю из джимбара. Ладненько. Но особо не шарю в названиях. Ладненько, вот, вышел. Честно, это... Я на свежака это еле делал. И я более чем уверен, что это где-то 50-й элемент. У Родиона, который вот он сейчас вывозит. Так, шаг вперед, шаг назад. Ну, Родион это написал как петушок вперед, петушок назад. Как бы... У всех называется по-разному. Я более чем уверен, что название вообще другое. Но как бы мы тут, извините, из деревни, ребята. Гошан, готовь! Давай! Так, это что у нас, испанский был? Да. Окей, окей. Змейка пошла дальше сейчас. Блин, где там биты-то нормальные? Надо Родиона подбодрить. Вот, пошло дело. Да я не знаю, что. Думай, включай мозг. Давай. Так. Что там, выход крабика полетел также. Вот крабики, честно говоря, у нас вообще популярностью раньше не пользовались. Мы их даже особо и не делали вот в той тиме, которая вот у нас в 2013 году были. Ты это Таня за... А, все, окей. Давай, держись, держись. Аккуратненько. Это вы очень важно. Дальше, Таня. Просто вообще жестко. Очень жестко. Жесть. Вот такого, конечно, мы не проходили, как говорится. Элемент какой-то кто? Бешеный. Ой. Че это за червяк? Из эскуадры их надуть. А, да? Ясненько. Я думал, это как типа болтаться просто. Нет. Как в эти... Тоже можно выставить. Как прокачай себя, что-то они там тоже подобное делали, я помню. Юла. Как они? Юла. Юла? Ну, блин, это, конечно, элемент, я не знаю. Давай, Родион, погнал. Так, ну ладно, ладно, вполне засчитано. Санжировка. Вероятно, обычная, да? 6. Просто жесть. Вот 13-я минута идет, как Родион на турнике держится. Вы даже не представляете, насколько ему сейчас здесь вот прям вот тяжело, тяжело. Просто мясо. И не более. Замок. Вот поверьте, вот эти 20 секунд, сидя на турнике, они настолько ничего не дают. Вот честно, я не знаю, Родион говорит, у него не забивается. Но он какой-то уникальный в этом плане. На самом же деле, вот мышцы здесь просто сгорают. 15-я минута связки. А вы до сих пор не подписаны. Я вот честно говоря, мне удивляет это порой. Если вы не знали, я вас пока по статистике раскину. 50% зрителей на канале не подписаны. И поэтому только вы можете помочь нам добить до соточки. Вот это я прям сейчас вообще не ожидал. Вот что-что, а флажок с турником связанный. Капец, бабочку сейчас еще запилить. Давай, поехали. Ну, это как бы еще окей. Флаг, честно говоря, меня очень порадовал. Нормально, нормально. У нас пошел, я так понимаю, финал, потому что под конец Родион ставил элементы из джимбара, которые также, разумеется, являются элементами, в принципе, засчитанными. Вот медиа у нас прилетело. Держись, держись, Родик, держись, отдохни сверху. Нормально. Так, есть. Можешь вывылет сделать, кстати. Ты делал вывылет, не? Нет. Давай, погнали. Так, да. Я понял, 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 все понял. Декстера. Я сначала не догнал. Что? Выход Декстера.
17 минута, Родион просто дальше идет. Это очень важно дойти, принципиально важно. Так, дальше. Дальше идем. Так, смотрим очень внимательно. Нормально. Так, держись, держись. Подъем с переворотом. А подъем с переворотом накрест был? Нет. Нет? Так, ну есть что заменить. Так, 5 элементов нам надо будет потом. Просто... Просто мясо вообще какое-то. 10 секунд. Так, с подъем с переворотом. А, это обратным? А, или вот этим? Так, с манки а есть. Еще одна. Еще одна, вы гляньте, все в кровь пошло. Дальше. Так, давай, Олли на одну ногу, бам. Очень важно было сейчас ему срочно накинуть накладку, потому что также не слезая с турника, по сути, даже еще во время укладывается, но мы ему сейчас маленько, может, увеличим время, потому что две кровавые мозоли, это, ну, это дикость. Понятное дело, что надо срочно ему это обезопасить. Мы Родиона, видимо, еще не скоро увидим, потому что рекорд как-никак. Так, что это, проворот плеч? Ага. Да. Капитанский. А капитанский был, не? Нет. Нет, поехали. Калипсо. Давай пока что с этими разберемся. Пока надо на... Давай. Есть, отлично. Надо будет потом еще додумать элементы. Держись. Нет. Держись. Нормально, можем. Вы не представляете. 21 минута. Просто поддержим Родиона в комментариях. Это безумно важно. Дальше. Поехали. Давай, Родик, тащи. Вся надежда на тебя, походу. Так, далее. Элементы из джимбара. А, Соник не делал. Вперед-назад, может быть. Так, далее. Давай, держись, ладно. Не получился. Седьмой, ничего. Держимся. Давай другой. Так, 7 элементов пока мы не сделали, но тем не менее мы идем дальше. На ваших глазах сейчас Йо-Йо Аквариум. И прем еще дальше. Мне прям, я... Вот безумно сейчас вот всем сердцем болею, чтобы Родион все-таки добил эти элементы. Держись, Родик, держись. Все получится. Такс. Такс. Ноги с одной ногой. А закрытый дел, не? Да. Ласточка, ноги врозь. С одной ногой. Так, а ты что сейчас сделал? Сколько элементов, я не понял, Родион? Закрытый, брось, одна нога и прогнутый. 4. 4 элемента сделал? Еще это закрытый там, брось и с одной ногой. То есть сколько ты сейчас сделал по итогу? 6 всего. 6? В общем, 6. А надо было... А, 7 там. Так, получается, что Родион сделал 94 элемента. Блин, это было максимально близко, но тем не менее, вы гляньте на эти мозоли. Просто две руки покажи. Сейчас, стой, фокус. Руки трясутся, руки все в кровь, в мясо. И мы сейчас идем далее к Гошану. Блин, Родион как всегда убегает, Родион просто супер тащит. Давай прям кулак в объектив. Пока. Все, Гошан, я готов смотреть внимательно на твою топовую длинную связку. Давай, погнали. Главное удержаться. Да, Гошан, чисто на мотивашке, поехал. Солнышко. Луна. Чё? Луна. Там, наверху. Давай, Дань, уйди, Дань, не смеши только. Так. Есть. Дань, с этой стороны магнезия еще. Давай. Надо вытаскивать. Оп. Есть, малор. Драгон флаг. Умеешь такое? Нет. А хотите секрет? Гошан у нас воровал список у Данилы. И поэтому он сейчас будет выполнять то, что Даня загадал. И проверим, сможет ли он выполнить Данину элемент. Не, давай дальше тогда. Крабик. А что такое, да? Что такое крабик? Наверное, то, что в магните продается. Нет. 540, поехали. Ну, Гошан, удиви хотя бы 540. Давай, погнали. Даня не смог его. Есть. Малор. Вот с чем? А с динамикой Гошан удается, ну, крайне просто. Вытаскиваем, давай. Есть, дальше, Татьяна. Замок. А-а-а. Малор, Гошан, давай, да, хорошо, молодец, дальше. Выход на одну. Да как так-то? Да выход на одну, ты что, шутишь, что ли? Ша! Ой, видос, походу, будет длинный. Сегодня атлеты у нас решили прям зарядиться по полной.
Гоша, ну-ка еще раз давай, что за фигня? Ты склепку сделал. Какая склепка? Подтянись, давай, ты, это рывок был. Подтянись, давай, сделай, покажи зрителям, что ты нормально выход на одну. Ну вот, вот, другое дело. Уголов на одной. Давай, давай, на одной, ты что не сможешь? Смогу. Ты сможешь, ты что, это фигня легкая, Гошан, давай, попытайся. Ноги чуть-чуть вправо завести. Да, ладно, окей, если не можешь, дальше. Выход из-под турника. Ну давай, Гошан. Гошан, говорю, у нас сегодня делает связку, которую Даня придумал себе. Данину связку. Да, Даня-то вроде более-менее справился, а Гошан уже не так уж и весело идет. Но все же идет. Давай, Гошан, поехали. По итогу посчитаем, сколько Гошан у нас делает элементов. И не сорвется ли на смертнике, что вот что главное, это интересно. Погнали! У нас сегодня, кстати, новая локация, если вы до сюда еще досмотрели. Держись, Гошан, держись. Точно сможешь? Стой, он идет дальше. Оп, хорош, Гошан, прям аж чуть ли в сеть не зашел. Да, потянулся правой рукой. Выжимай, да, выжимай. Давай, 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 выдержи, выдержи. Даня вытащил, давай, 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 давай. Да нет. Ладно, дальше, дальше, молодец, что не спрыгнул. Подъем с переворотом накрест. А обычный был, не? Обычный. Да, погнал. Оп. Есть, молодец. С ума сойти, какая связка вообще просто долгая. Прям подтянись, именно подтянись, через подтянь. Гошан, давай. Малор, есть, есть. Далее. О, антиволи, кстати. Если там нет в списке, надо учесть будет. Есть, далее. Давай, давай, Гошан, давай. Подожди, сейчас потянусь. Давай, нормально, нормально. Так. Все, четко, молодец, молодец, молодец. Не умею, не вылазить. Не вылазить, не умеешь? Ну окей, дальше какие-то тарзан сможешь? Да. Но тем не менее атлеты держатся. Держись. Молодец, Гошан. Не сорвался. Давай, собрался, пошел. Есть. Так, и можно вот, да, теперь можно с виса, потом можно с седа еще раз, Гошан. Че сейчас? Есть где-то? Ну если доберется. Так. Что, седа на 180 сделаешь тоже? В дополнение себе. Давай сейчас. Цель у тебя пока что только одна. Сможешь ли ты обогнать Даню на данный момент? Повернулся. Есть, отлично, да? Главное удержаться. Ты много элементов пропустил. Держись за каждый. Сколько я не сделал? Не знаю, потом посчитаем все вместе. Да, пошел, пошел. Главное, выполни список. Пол луны поехали. А ты, Дай, луну писал вообще свой список? Да, я ее делал. А, да? И Гошан делаю? Все, окей, я понял, я тебя понял. Так, бочка вперед, бочка назад. Оп, есть. Задняя склепка. Гошан, давай, держись, держись. Не сдаваться, не левать ни в коем случае. Просто вообще дикость. Я говорю, я не знаю, сколько этот видос выйдет. Но поверьте, вот такие связки увидеть огромные, длинные. Где вы их еще найдете? Давай, Гошан, аккуратно. Назад. С перекрутом делай на всякий вот так. Выход на 4 сделал. Сразу. Выход на 4, но он там будет еще. Окей, ладно, мы просто запомним. Давай тоже на всякий случай с перекрутом, может быть. Нормас, нормас, удержался. Гошан у нас последний заключительный участник. Сейчас надо ему будет сделать перешмык. Давай. Ну, тоже как бы понятно. А? Относительно. Давай, давай, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Так, съесть, крокодил есть. Давай, держись. Так, выход на 3 появился, все нормально, отлично. Поехал, давай. Есть, пойдет, ласточка. Ты уже очень, ну, достаточно близко подходишь к Дане. Давай, давай, выпрямляйся, главное, хорошо. Сделай четкую ласточку, Гошан. Ага. Ой, мясо, держи, держи, держи. Передний вис одной ногой. У Родиона там в конце есть еще, если вы не поняли вдруг, то там был, получается... С одной ногой закрытый, врозь это, то есть разные положения. Он просто их маленько ускорил, к сожалению. Потому что уже все, в мозоли не давали. Закрытый вис. Просто колени к себе прижми. Есть, отлично, дальше. Эсквадра, помнишь, как делал? Да. Все, давай, с ней, думаю, справишься. Давай, тащи. Держи, 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 держи. Дальше, дальше. Давай, Гошан, пошел. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Обороты вперед, понял, как технически, возле поясницы. Давай, чтобы 50 элементов-то затащить, это будет вообще красота. Блин. Давай, давай, нормально, нормально, попробуй еще раз. Прям резко зайди. Есть, отлично, отлично, отлично. Малор, смертник. Да ну нафиг. Ты не умеешь смертник?
Переключу. Ну ты в стульчик зайди потом и все. Давай, раз, два, три, погнал. Стульчик. Есть, топорик на 180. Давай. Мы пока Даньку еще не особо догнали, потому что много элементов пропускали. Поэтому идем дальше. Да, топорик и прям в принца повиснуть надо. Давай. Сзади, типа, в задний вис. Оп, да. Дальше. Крокодил на 180, понял как? Крокодил держишь и просто как перемах. Через бок. Так вот, оп, наваливаешься. Такс. Крокодил на одной сможешь? Нет, дальше. Давай, яйцекрутку, поехали. Ага. Ну что, давай сделай тогда то, что... Гений на 180. Давай, поехали. Гений на 180 не было. Давай, шаг назад. Шаг вперед. Шаг назад. Дань, запомни эти элементы. Шаг вперед, шаг назад. Эти, гений на 180. Дабл халявный попробуй под конец тоже потом уже. Да, поехали. Давай, Гошен, давай. Просто больше 50-го элемента явно. Гений на 180. Дабл халявный, погнали. Сейчас еще жесткие элементы в конец ставим, будет вообще мясо. Дайте вот магнезию. Так. Ух, без просто жесткий. Так, что я тебе сейчас только что сказал, что можно попробовать? Обычный X-вылет. Давай. Если не сделаю, не сделаю. Да, о том и речь, так что попытайся. Соник тоже не было. Передний, задний Соник, слышишь, Гошан, тоже. Давай так что попытайся X-вылет взять. Есть, Гошан, дальше. Я в шоке вообще. Конечно, тактика у Гошана такая себе. А? Соник вперед, Соник назад. Я не смогу. Так, кумкватом заканчивай. Кумкватом? Может, семеру? Семеру? Если ты сделаешь, ну давай. Если сейчас Гошан под конец сделает семеру. Ой, Гошан. Ну ладно, короче, Гошан уже понимал, что уже фантазии у него тупо нет. И он решил слезть, но таким необычным способом. Самым необычным способом. Ну что, Гошан? Как думаешь, сколько сделал? 44. 51 элемент ты сделал. Я тебя поздравляю. 44 в списке, 7 мы сделали дополнительных, на которые еще фантазии хватило. Мощно, Гошан, неожиданно, Гошан. Даня, ты тоже рвал, что с руками, ну-ка покажи. Да все, он чисто. Чисто, нормас. Родик, конечно, сегодня порвал. Его хоть сейчас нет, но это было люто. Так что мы сейчас готовимся к отцовке. Катя, стоп. Мы сейчас маленько, знаете, что сделаем? Попробуем с Гошаном на 2 мата сделать с более высокого турника двойной внутренний. Сейчас, скоро. Я скажу, когда. Давай! Хорош, нормально, красавчик! Несмотря на то, что мы не добили эти 100 элементов с Родионом, с Гошаном, с Даней, но мы максимально приблизились. Что я сказал? Приблизились. Потому что Родион сделал, по-моему, 94 элемента. Это максимум, что я видел. Мозоли были в хлам убиты. Ладненько, на этом мы заканчиваем. Не забудьте про подписку. Если вдруг нет колокола, просто бьем в него. Даня, что там я в конце еще говорил, забыл? Всем прогресса. Гошан, с вами были Дима Тярик. Пока. Всем прогресса. Пока.